Глухие форточки мы подрезаем. Вот эту часть подрезаем. Я не знаю, но я сейчас не смогу поставить так, чтобы, наверное, было видно. Попробуем. Так. Стой, пожалуйста. О, огонь. Обязательно обламываю ножичек. Нужно заглянуть аж туда и обрезать с самого-самого верха. Я, может быть, головой закрываю камеру, но мне по-другому нельзя. Потому что мне нужно видеть этот угол. Вот, сбился, уже нехорошо. Вот такая ниточка тоненькая обрезается. И если сбился, нужно начинать с другой стороны. И выровняли сюда. То есть вот такие вот нужно подрезать до самого кончика, проверить, чтобы дверь можно прикрыть. Вот я сейчас там прикрою дверь, еще буду проверять, чтобы, вот видите, до самого конца мне нужно ее прорезать для того, чтобы у меня сюда зашел уголочек пленки. Вот так, здесь тоже до конца, да, прорезал. Вот, а так сейчас буду... Произошла так вывеска. Сейчас покажу, как я буду накидывать. Ну вот на той форточке, наверное, Саня сейчас это помоет. То есть сначала вырезали резинку, помыли форточку. Вот эту часть палкой. Сегодня у нас какой-то хоть день солнечный, но какой-то, я не знаю, пасмурный какой-то, печальненький. Коты греются. О, солнышко светит у нас вообще. Жирчик. Стоит будка без лобовухи. Блин, на 4 рубля встрять, а, на лобовухе. Ну ничего, бывает и хуже. Проснулся и в луже. Да, Сань? Бреем, моем форточку. Заднее стекло здесь не тяжелое. Такое оно прям практически ровное, как на Солярисе, я бы сказал. Места под стопом предостаточно. Значит, что бы еще хотел показать? Вот одну часть, у нас эксперимент проходит, мы отстегивали полностью карту, вот, то есть рука сюда, да, заходит, вот сюда, а там покажу, как, не знаю, покажу, не покажу, если у самого получится, значит, видео это выложу в сеть, если не получится, нихера не выложу. Сань, давай мне сейчас одна форточка нужна, можно? Да? На, по этот. Посъемничаешь? Угу. Видео выклы. Все, можно брать клей. Да. Обрезаю острые уголочки. Которые могут не заходить у нас куда нам надо. Чик. По минимуму. Мылька где? Вот. Не вместе.
такие обрезки. Форточку побрызгать. Берем, видишь, в одну руку снизу. Иди со стороны, наверное. Это сейчас я проще не буду видеть. Ровненько ее сюда нужно выставить. И немножко прижимая стекло. Вот. Вот, Сань, нормально? Да, хрена, да. Сань, ну не матерись, ну пожалуйста. Ладно, все матерятся. Ну все матерятся, но здесь нельзя материться. Все, вот так вот красиво. Уголочки все везде вот позаходили. Тут так, это пузыречек, это не отсюда. Нет, и не точечек. Но все, вот эти пузыречки такие красивые. Так, наверное, оставим клиенту. Будут называться новогодние пузырьки на тонировке. С наступающим вас Новым годом, дорогой клиент. Приезжайте к нам еще. Все, выгоняем. Все видели, как выгоняем. Сейчас буду накидывать боковое стекло.